Сейчас будет магия, я тебе говорю, сейчас будет такое, чего еще никто не видел. Фиолетовый свет, слушай, это круто, такого, по-моему, никто не ожидал. Вот, и только посмотри на это, все в глюках, офигеть. Что это? Что это было? Здравствуйте, вы из компании Oriflame? Воу, только посмотрите, какой прям дискач какой-то, офигеть, жесть. Привет! Это финальная серия по взлому FNAF 8 VR. И сегодня я покажу тебе взлом секретной пасхалки. Такого не было еще нигде, и только на моем канале ты это увидишь прямо сейчас. Это будет очень круто, поэтому заводи как можно больше лайков прямо сейчас. А пока на заднем фоне идет Дредбер, мы с вами начинаем. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, и погнали взламывать. Наверное, вам всегда было интересно, куда же уходит Дредбер. И что же он делает в этом сарае? И мы, собственно, сейчас это выясним, потому что я взломал игру, и мы, собственно, проследим за Дредбером. Ну вот, вот он, Дредбер, он идет. Как-то очень медленно, конечно. Можно было как-то бы ускорить его процесс, но, блин, невозможно. Я еще предлагаю нам включить свет в этой локации, чтобы было получше видно самого Дредбера. Вот так, думаю, будет получше. Итак, Дредбер, давай ты уже быстрее дойдешь до сарая, и мы посмотрим, что ты там будешь делать. Ну, интересно же, мы в прошлый раз с вами очень много попыток сделали, чтобы его поймать, но он никак не выходил из воды. И вот, наконец-то, я запускаю игру сейчас первый раз. Спустя много месяцев, и внезапно Дредбер попёрся к себе в сарай. Ну давай, давай, иди. Мы за тобой следим, если ты как бы не в курсе. Не, ну он идет, конечно, как зомбарь. Да посмотри на его анимацию. Мне кажется, он точно так же будет ходить в этом... В третьей ночи, да? Он же там тоже ходит. Но он медленный, он очень медленный. Он сейчас тебя съест. Лайк ставь быстрее, пока он тебя не съел. Быстрее, быстрее. Опа, увернулись. Успел, молодец. Лайк поставил, чтоб тебя Дредбер не утащил. Это хорошо. Это хорошо, а то как так-то? Утащил бы тебя Дредбер, а кто посмотрел мои видосы? Ну, это было бы печально. Ну, давай, он уже заходит. Все, хорошо. Заходит, смотри, потихонечку, красиво. Так, так, сейчас мы увидим магию. Я не знаю, что будет с Дредбером, но я думаю, что он просто исчезнет. Давайте посмотрим. Так, ну он идет. Сейчас будет магия, я тебе говорю, сейчас будет такое, чего еще никто не видел. Он зашел в сарай, он идет. Он идет. Он идет. И что же сейчас будет, а? Интрига, интрига. Загадки, секреты. Что, он закопает себя в землю? Он ляжет спать? Он упадет? Что, слышь, что случится, я не знаю. Или он уйдет? Вау, он завис. Он завис. Слушай, ну этого я не ожидал. Окей, я ждал все что угодно, но чтобы он зависнет. А он просто завис. Ты что, алло? Ты жив, нет? Дредбер. Может тебе в рот залететь, как муха? Уи, я во рту у Дредбера. Подожди, серьезно. Дредбер меня съел. О, хорош. Ну что, в прямом эфире Дредбер съел FNAF Play. А что, я не виноват. А нефига было к нему лезть. Это он мне сделал укус 98. Потому что 87 был, и все остальные тоже были. 83 укус был, а это укус 97. А чё бы нет? Но у него во рту так уютно, я не хочу отсюда вылазить. Мне нравится. Если тебе тоже нравится во рту у Дредбера, то завози лайки. Что за бред происходит? Мы сюда пришли игру взламывать, а не заниматься фигней, правильно? Как бы, Дредбер, у тебя во рту, конечно, классно, но я, наверное, пойду. Смотри, какие у него глаза. Какие у него... Желтые, странные, непонятные глаза. Почему они такие желтые? Кстати, у него глаза, по-моему, как у человека, да? Или у него там реально эндоскелет? Но похоже на эндоскелет. Это все-таки похоже на эндоскелет. И внутри же у него нету частей тела, как у было, как у Уильяма Афтона, например, не? Все вроде нормально, он жопа квадратная. Видимо, Дредбер любит Майнкрафт, поэтому жопа эндоскелета квадратная. Теперь мы знаем, что происходит с Дредбером, и поэтому переходим к нашей пасхалке. Итак, друзья, пасхалка работает, и сейчас мы поставим игру на паузу и посмотрим, что же будет. Наверняка будет круто. Итак. Вау, началось. Началось все. Друзья, я поставил паузу и погнали. Ну что, теперь мы можем тут осмотреться. Теперь мы можем тут осмотреться и узнать, что же происходит, когда активируется пасхалка. Во-первых, на мониторе появляется надпись «Сканирование для глюч...» Короче, сканирование для гличей.
То есть эта комната сканируется на наличие глюков каких-то. Давайте вылетим отсюда и посмотрим, что там происходит. Воу, Дредбир стал серым. То есть у Дредбира исчезли текстуры, что ли? Жесть, ты посмотри на его глаза. Воу, фиолетовый свет. Слушай, это круто. Такого, по-моему, никто не ожидал. Все предметы, со всех предметов исчезли текстуры, кстати говоря. И даже с Фокси. Ты посмотри, как он выглядит. Он без текстур, он полностью серый. Офигеть, а в этой комнате что происходит? Тут вообще какая-то дичь. Смотри, какой-то серый монитор. Так, я думаю, что надо тут включить свет, потому что без света нифига не видно. Давайте попробуем. Слушайте, ну со светом стало очень-очень все однотонное. И как бы вообще ничего не понятно, если честно. То есть вот он Дредбир, да, мы понимаем. Но, блин, все остальное очень какой... Опа, Чика. А Чика, кстати, осталась прежней, и у нее причем тыква в руках серая, ты посмотри. В общем, за взлом этой пасхалки, это просто мега круто. Завозим кучу-кучу-кучу лайков. Ты посмотри, кстати, у Чики изменился эндоскелет, то есть он стал серым. То есть, получается, Чика это не глюк, что ли, или как? Как это все работает? Так, а если вылететь за карту, что там будет? Внизу что-то появилось, друзья, давайте посмотрим, что это. Это мусор? Что он тут делает? Внизу появился мусор, что? Что, блин, происходит? Кстати, теперь экран со скримаком почему-то фиолетовый. Точнее, вот этот шар, в котором... Это стол, да, это стол, да, он он, короче, глюченный какой-то. А если я... Подожди, бочка нормальная. Как это работает? Ну-ка, а если я уберу паузу? Тихо-тихо-тихо, надо успеть в момент... Когда... Во! Во! Ты только посмотри на это! Все в глюках! Офигеть! Слушай, ну... О-о-о! Ну, Бонни стал просто серым. А с Чикой-то что у нас? Чика нормальная. А что у нас на мониторе? Давайте узнаем. Ну-ка. Слушай, зеленая лампа, что? Тут идет сканирование. Идет сканирование, все... А вообще у нас пол исчез. У нас исчез пол, смотри. Или нет? А, это был глюк. Или подожди, или он все-таки... Он исчез, реально, смотри, пола нет. Офигеть. Ладно, давайте включим стандартное освещение, посмотрим, как это должно смотреться. В принципе, вот так это должно смотреться почти точно так же. Но освещение, на самом деле, намного приятнее. В том плане, что хотя бы видно. Ты посмотри, все комнаты, их видно, но они как будто бы из белого шума состоят. Ты только посмотри на это. Все и тыквы даже. Офигеть. Блин, ну это реально выглядит очень необычно. Вот такая пасхалка, друзья. И ее реально можно взломать, как мы видим. Офигеть, смотри. Смотри на Фокси. Он пытается выйти. У него даже шторки теперь без текстур. Вау, просто, просто мега эпично. Мега эпично, кстати, эта тыква нормальная почему-то. Ну, Дредбир, у Дредбира, смотри, из глаз исходит белый шум вместо света. Офигеть. Блин, реально жутко, жутко смотрится эта пасхалка. Особенно сам Дредбир. Ну, блин, это реально круто. Это реально круто, что мы смогли ее взломать. Это просто, друзья, 1 000 000 лайков. Мы взломали с вами самую секретную пасхалку в этой игре. И посмотрели, как выглядят аниматроники. Блин, это жесть, это жесть. А что будет дальше? Если я уберу паузу, давайте посмотрим. Они двигаются, смотрите. Дредбир начал... О, вот это круто. Дредбир начал двигаться. Тут идет сканирование. Когда оно закончится, пасхалка, к сожалению, отключится. Поэтому надо побыстрее, повнимательнее все это рассмотреть. Чика стоит тут же. Давайте посмотрим на Дредбира, как он будет двигаться и вести себя. Ну-ка. Вот так, давайте посмотрим. Воу, только посмотрите, какой прям дискач какой-то, офигеть, жесть, тихо-тихо, там Чика побежал, что? Меня выкинуло из пасхалки, ребят, и я появился в самом начале. Блин, ну это было реально круто, друзья, за это уже можно завозить 1 000 000 лайков. Мы с вами взломали самую секретную пасхалку во FNAF 8 VR, это было мега эпично. Особенно Дредбир. Блин, это было круто. Это было реально круто. Но давайте мы еще посмотрим, как ходит Дредбир, как он перемещается. Мы с вами отправимся сейчас в локацию, в ту же самую, но не будем уже активировать пасхалку. Мы посмотрим, как перемещается по этой локации Дредбир. Потому что все-таки он там ходит. И мы узнаем, телепортируется он или нет. Конечно, это будет сложно, потому что ко мне будет приходить аниматроник. Скорее всего, я буду помирать. Но посмотрим, что из этого получится. И сейчас сразу мы посмотрим, где же у нас находится Дредбир.
Он у нас находится прямо на сцене, прямо рядом с Чикой. За Чикой он за ней стоит, получается. И он реально выше, чем остальные аниматроники. То есть посмотри на размеры Дредбера, он реально здоровый. Он выше Бонни, он выше Чики, он огромный. Ты посмотри на его глаза, это жесть просто. Хорошо, давайте мы посмотрим, как он активируется, и узнаем, что он будет делать. Погнали. Пока Чика и Бу... Что это? Что это было? Чика что, головой о пол ударилась, что ли? Опа, опа, Фокси пошел, смотри. Потихоньку выглядывает. Здравствуйте. Вы из компании Reflame? Что это было? Хорошо. Дредбер активировался, и он пошел. Как Дредбер будет спускаться отсюда? Здесь же высоко. Давай, удиви меня, Дредбер. Давай, все ждем. Уличную магию покажи, ну-ка. Он по воздуху идет? Ты читер! Опа, ко мне Фокси пошел. Меня напугал Фокси. Короче, Дредбер, маг-чародей, ходит по воздуху. Все, он спустился. Он спустился. Но мы, к сожалению, не можем посмотреть, как он будет двигаться дальше, потому что меня убивают аниматроники. Дредбер самый медленный, он просто медленно идет. Он просто медленно идет сначала по воздуху, потом как-то спускается на пол. В общем-то, это было классно. Это было реально классно. Нам остается только ждать и надеяться, что уже скоро, очень скоро выйдет, друзья, FNAF 9. Либо в июле в конце, либо в августе, где-то в середине августа, да? И мы уже начнем проходить его, мы уже найдем там все секреты и, конечно же, взломаем FNAF 9. Это будет очень круто и очень скоро. А я надеюсь, что тебе понравился взлом этой секретной и самой классной пасхалки во FNAF 8 VR. На этом мы закончим прохождение и взлом FNAF 8 и будем ждать уже FNAF 9, друзья. Так что завози кучу лайков, чтобы FNAF 9 вышел как можно скорее. А сейчас всем удачи и всем пока! We'll be right back.